Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 974. События дня. Екклесиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. И дальше объявление, просто прочитайте. Тормозните, прочитайте, и дальше так же. Добавление пишет Катерина. Да, комментатором роликов Игнатия Тихоновича советую сначала побывать в селе Потеряевка недельки две, ну или хотя бы 4 дня, как я была там. А уж потом выносить свое мнение на всеобщее обозрение. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Я пишу, ролики ваши не открываются. Какое-то разрешение. Елена одна пишет. Наша переписка, она не сегодня началась. Вот я ее выставляю, а вы прочитайте. Ну вот так. Вчера что мы с Сергеем Пупковым все с дровами возились, укладывали, это тоже засняли, показали. Вот. Володя Пащенко. Две пилы новые купили, не работает. Бензопила. Старое что-то не то. Он разбирает их сам. Никто не знает, что помочь. Нету. Не специалиста. Только купили новый велосипед. Уже через час цепь слетела и все.
Ну, все нарочно делается. -то. Безбожники, страха Божия никакого нет. Китайцы особенно, безобразно. Пила, смотришь. Только начали. Пилить-то не пилили, все вручную. Подобрали, сложили, в сарай увозили на тележке. Работы там много. Потом вечером поехала. Сначала в сад съездил колхозный, проверил, есть ли малина. Еще малина есть, можно брать. Вернулся. А потом пошел проверить на рыбалку. И котелек там килограмм 5 попалось сразу. У нас мелкая рыбешка, гальян, да еще там мальки. Ну, давай вечером чистить. Вот почистили. Алексей Усинов забежал, уезжает там. Воскресенья не будет. Сергей все готовился, готовился на соревнования в Бийск по собакам выступление. Виталий там, я проверил, работает. Медленно очень, очень медленно работает. На компот не заработает. Одно и то же. Ходит, отпилит не так, слазит опять. С Еремеем встретился. Смотрю, гвозди выправляет на кувалде. Я говорю, надо торчком на попа, как говорят, поставить отрезанный какой-то пенек. Ну, тогда гвозди-то не будут у тебя так крутиться в руках. Щурка. Вертикально поставить на ней. И все это сделали. И тут же у него сразу пошла работа. Вот видите, день какой. Ну и наши ресурсы. Вот. Мой мир очень люблю. Тут я в шапке, где можно переписываться и говорить. Ленточный вариант. Ленточный. Во свете Библии. Вот написано форум Игнатия во свете Библии. Ну и наш видеоканал. Надо посмотреть будет, сколько тут. Подписчиков 21 тысяча, просмотров 22 миллиона. Ну вот так, помаленечку тут набирается. Сегодня поставил Владимира Пащенко обновка велосипеда, освещение. 81 зашел человек. Златоуста нет просмотров. Проповедь, говорю, наглые ругатели нет. Добротолюбие один. Вот видите как. Владимира Пащенко обновка. Вот тут все бросились. Понятно, просто. Ко Христу проповедь 7. Смотрится 22 человека. Это за 40 минут сколько зашло. Самый популярный велосипед. Тема понятная. Не утруждают себя люди. И сколько. Как Жириновский Владимир Вольфович выступал и говорил. Какое состояние народа? Ксения Собчак набрала больше его там в Санкт-Петербурге. Ну, народ маленько соображает или что? Что сравнивать? Называет ее своими именами там. И... Ну и все такое. Так и здесь. Ну, что сравнивать? Златоуст, добротолюбие. Вот один просмотр. И велосипед купил 81. В 80 раз больше. Никакой народ-то совсем. Ну и наш библейский православный сайт. Очень полезный, большой. Просят у меня отпустить Виталия, чтобы его снимать в Бийске. Сергей, поехать. И дать ему, видимо, аппарат. Не знаю. Спрошу сегодня, какие он доводы сделает. Ну, на этом все, отошел.